Дмитрий, смотрите, какие у меня потолки. Сквозные прямо на улицу. Балку пробила, продавила. Боюсь с ребятишками, что и потолок упадет, не дай бог, на детей. Стены черные, потолки проводки, полы проваливаются. Сокращение русского этноса, оно наиболее стремительно. Это особо ярко проявляется за последние 30-40 лет. Давно пора объявлять мобилизацию, с моей точки зрения, уже просто все сроки прошли. Я призываю не стесняться в методах и разнообразить даже ножики, там всякие топорики. Вот. У нас даже нет денег вернуться домой. Це так російські окупанти вирішили побідкатися на камеру та записати звернення до свого диктатора Путіна. Кажуть, що за 5 місяців цього року їм заплатили по 100 тисяч рублів за участь у бойових діях. Ну, тобто вони вбивали українців за 25 тисяч на місяць. Крім того, кажуть, що так звана місцева влада не видає їм посвідчення ветерана бойових дій. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Ми добровольці ОБТФ «Каскад», внутрішні війська МВД ДНР. Обращаємося к вам за допомогою, тому що всі інстанції нас ігнорують. І єдина надіжда – це всі ми приїхали зі всіх уголків Росії. Нас більше тисячі чоловік захищати інтереси нашої родини. На сьогоднішній день ОБТФ «Каскад», внутрішні війська МВД ДНР знаходяться в стадії розвивання. Ніяких виплат з января цього року по настоящее время в розмірі 195 тисяч рублей, як знаходящимся в зоні СВО, не було. У нас є сім'ї, кредити, у нас навіть зараз нет возможности вернуться домой. Более того, нам не видали удостоверение ветеранов бойових дій, ссылаясь на то, що получите дома. А за территорией ДНР нас вообще не признают, как ВНС, как военнослужащими. И, соответственно, мы лишены всех льгот. Уважаемый президент, просим вас не оставить без внимания нас и разобраться в данной ситуации. А на цьому відео окупанти, які колись були зеками, а потім вирішили піти вбивати українців і чекали на Золоті Гори, ну а тепер вони теж бідкаються, що нікому вони не потрібні. Їм, кажуть, не видають жодних посвідчень та жодних пільг. Ми, як бойці і громадяни, сім'ї наші погибших бойців, звертаємося до вас. В зв'язку з тим, що у нас в Орловській області, в місті Орлін, не соблюдаются ваши указания и ваши законы. Отдано вами распоряжение относительно приведения нормативного законодательства в порядок в отношении тех людей, которые заключали контракт не напрямую с Министерством обороны, а через сторонние организации, как мы, бойцы, заключившие контракт с ЧВК «Вагнер». Приравнять нас добровольческим формированием, что было сделано в декабре 2023 года, не исполняется на местах. Нами получены ответы от Орловского областного военкомата о том, что мы не имеем якобы никакого отношения к добровольцам, что, конечно же, не умаляет наших заслуг и того, что мы многие потеряли здоровье, кто-то конечности. Также хочу заметить, что Шторм Z, который непосредственно подписывал приказ, контракт с Министерством обороны, также попали в этот же список, который считается не участником СВО. Данные награды также государственные не выплачиваются. Юристы военкоматов конкретно отвечают нам, что данные железки ничего не значат. И пускай выплачивают за награды вам те, кто подписывал данное награждение. Получается, что нас задвигают как людей, ничего не сделавших для России, не участвовавших в СВО. Марают грязью, лишают много чего, в том числе и у некоторых бойцов, которые уходили из мест лишения свободы, не снимают судимость. В соответствии с вашим помилованием, предоставленное помилование в соответствии с вашим распоряжением, указывают на то, что эта бумага не значит то, что база данных МВД Орловской области не может хранить пожизненно эту информацию за тех людей, кто кровью смыл себя вот все вот это.
Они заявляют нам это письменно, заявляют нам это устно. Нас лишают вот этой вот предоставленной вам гарантии и возможности. Социальной поддержки тоже нет никакой у наших бойцов. Поэтому мы просим помощи у вас, потому что надеемся только на вас. Вы способны повлиять на эту ситуацию. Тим часом на Гебельс-ТБ сподіваються, що удари по Бєлгороду припиняться, якщо, цитую, «вибити Харків з гри». Тому що саме Харків, на їхню думку, є центром ударів по Бєлгороду. Щоб взяти Харків, пропагандисти запропонували оголосити мобілізацію. Очевидно, что Харьков в силу своего географического положения и своих размеров является операционным центром для наступления и для ударов по Белгороду. И что прекратить удары по Белгороду можно только, выведя Харьков из игры. По-видимому, тогда появится какой-то другой центр, но это он появится потом. Во-вторых, потери Харькова, которому придается большое значение, окажут давящее впечатление моральное на украинское правительство и командование. Я в этом убежден. Харьков, как здесь подтвердили, недостаточно укреплен. А следовательно, наступление там проще, тем более, что это наступление при достаточных масштабах не связано с форсированием Днепра, что очень важно. Фактически, я видел эту территорию, я по ней проезжал в свое время, фактически это ровная такая украинская степь, как стол. Ну и, естественно, у меня возникают ассоциации с танковыми клиньями, прорывами и так далее. Хотелось бы видеть это, но что получится, не знаю. Какие-то западные аналитики, которых я почитал сегодня с утра, говорят о том, что у России нет в наличии достаточных сил, прежде всего живой силы, для того, чтобы Харьков взять. Ну, этого я не понимаю, что значит нет живой силы. Давно пора объявлять мобилизацию, с моей точки зрения, уже просто все сроки прошли. А теперь давайте... По факту, щонайменше 37 разів у Білгородській області був нештатний сход боєприпасів. Тож, передайте цим умнікам, щоб закінчилися бомбардіровки Білгорода, то Росія має закінчити війну. Ну а тим часом депутат Госдуми Мілонов закликав не стіснятися в методах і розказав, що треба робити зі зрадниками родини. Можна воно колег із КПРФ спросити, у них коли-то були славні времена, один лідоруб, то сказати, мінус Троцький. И я призываю не стесняться в методах и разнообразить даже ножики, там всякие топорики. Вот, коммунисты выглядят более гуманными. Да, кувалды. Я бы с удовольствием... Да, слушайте, я не стесняюсь, я сам лично это... готов Макаревичу дать... І я буду щастлив, якщо Родина мені поручить. І повернемось до реалії життя на Росії. Так живе багатодітна сім'я красноярського героя, так званої СВО. У будинку немає електрики, але є дірки в стелі. Ну, місцеві чиновники не реагують на прохання про помощ. Дмитрій, смотрите, які у мене потолки. Сквозні прямо на вулицю. Балку пробила, продавила. Боюсь с ребятишками, что и у потолок упадет, не дай бог, на детей. Кто отвечать за это, конечно, будет. Вот такая вот комнатка, вон. Вот видите, какая проводка. Вон потолок какой. Как могла, так сделала ремонт. У меня нету таких средств, чтобы я тут прям дом поднимала, отремонтировала. У меня муж на СВО, военный. Я жена военного, муж, дети военные. Вот, смотрите, это вот проводка, это вот дом вот в таком состоянии. Вот печка, смотрите. Вот, я как могу, так я ее поделываю. Плиту и то я купила на печку. Мне даже в денежных средствах отказали. Не положено, я тогда вам говорила насчет льготы. Как это мне, многодетной маме, не положено? Смотрите, вот сегодня замазку буду брать, замазывать. Вот. Вот такой вот дом. Окна пластиковые я оставляла сюда, меняла. Это все я делала. Вот. В комнате, конечно, еще не меняла. Вот такая вот комнатка небольшая, 27 квадратных метров. Вот так вот. Вот так и живем, Дмитрий.
А це жінка з Тульської області. Вона жила у будинку, якому майже 200 років. Коли її під'їзд обвалився, жінку нарешті переселили. Але до сусіднього під'їзду. Будівля вже давно перебуває в аварійному стані, а 2010 року в будинку обвалився під'їзд, де й жила ця жінка. Сусіди з'їхали, залишивши свої квартири, а Юлії ж покращили житло, дали квартиру в сусідньому під'їзді. Зараз вона живе в напівзруйнованій будівлі на самоті. Фасад відремонтований, а от усередині справжні руїни. Чорні стіни, стеля провалюються. Ви жили в цьому же домі? Да. В сусідньому під'їзді, який зараз розвалюється. Завалился, да. И вам дали квартиру в этом же доме? Да, но улучшение жилья. Каждые полгода делаю ремонт. Стены черные, потолки проводки, полы проваливаются. А что делать? Жить-то надо где-то. И администрация сказала, я обязана каждый год приходить к ним, подтверждать, что они мне дали квартиру. Як виявляється, причина проблем із демографією на Росії в тому, що люди не хочуть мати більше однієї дитини, криється не в злиднях, не в відсутності соцполітики і навіть не у війні. Причина у фільмах, через які підступний Захід нав'язав росіянам чужі стереотипи. Це ось таке заявив мітрополіт Екатеринбурзький Євгеній. Ми як країна сокращаємося, але більше того, вот есть такое понятие, как русский этнос, русский народ. Вот в этом сокращении общего населения страны, государства, сокращение русского этноса, оно наиболее стремительно. Это особо ярко проявляется за последние 30-40 лет. Ну, извините, голливудский кинопром, он недаром работает. Те люди, которые сегодня находятся вот в расцвете сил, которые должны создавать семью, они воспитаны на стереотипах о том, что не надо плодить нищету, о том, что одного ребенка в максимуме достаточно, а некоторые восприняли идею изменения пола или нетрадиционных отношений, которые отнюдь не способствуют как нормальной жизни человека, так просто сохранению жизни в будущих поколениях. Поэтому вот та модель, которая была навязана нам со стороны наших западных, в кавычках, партнеров, она сейчас работает. Если она будет продолжать работать, то население нашей страны, наших городов, деревень, оно будет снижаться. И неизбежно, как это святое место пусто не бывает, или в физике, если вакуум возникает, то рано или поздно этот вакуум заполняет те сферы, которые имеют большее давление. Народы, которые живут вокруг нас, они имеют избыточное давление. Мы сейчас это видим, мы говорим о приходе мигрантов, о том, что рядом с нами очень густо населенные и быстро размножающиеся страны – Индия, Китай, Африка. Если наша огромная территория не будет населена людьми, которые сохраняют язык, которые сохраняют традиции, ценности, которые могут сохранять нашу территорию, то ми ризикуємо навіть ісчезнути. Ми ризикуємо ісчезнути. Ну, тобто на Росії все стабільно. Навіть у падінні демографії винне саме НАТО. Друзі, на цьому все. Обов'язково напишіть ваш коментар, поставте лайк, підпишіться на канал і чекайте на наступний випуск.